Ниночка! Я с друзьями! Ханна, bitte! Gib mir ein paar Glas! Ну что? Я ждала тебя. Ты обещал провести этот вечер со мной. Ты опять напился? Нет. Да, ты опять напился. Ты мне не веришь. Моя жена мне не верит. Плохая жена заслуживает хорошей похи. Du hast recht, Sie, du hast recht. Schlechte Frau verdient eine gute Tracht pro Geld. С ума сошел? Марк! Лида! Марк! Анечка, что такое? Опять плохо, да? Моя хорошая. Знаешь, что я не могу тебя простить? Что ты не дал мне сделать аборт? Меня от всего тошнит. Что, даже от меня? Да. Мне режиссер звонил. На кастинг меня звал. А куда я так пойду с таким животом? Я даже в кадр не помещусь. Ты не переживай. Скоро все закончится. А на что будем жить? На твою зарплату, да? Ну, я еще заработаю. Устроюсь на халтуру. Ничего страшного. И потом, когда у нас девчонка родится, мы назовем ее красивым весенним именем. Ты будешь у меня самая счастливая мать. Ты ведь меня даже не любишь. Ты даже на свадьбе не смог этого сказать. Как? Почему? Я тебя люблю. Ты же мать моего ребенка. Да я не хочу быть твоим инкубатором! Я актриса, это моя жизнь! Почему я должна быть здесь? Ань! А что я могу сделать, а? Я не могу пленку назад отмотать. Не могу обеспечить тебе счастливого детства. Не могу устроить квартиру с видом на Кремль. Я просто хочу, чтобы наша дочь была счастлива, чтобы у нее семья была. Это что, так много? А я тебе говорила, что я не хочу этого ребенка. Нет, тебе было важно, чтобы все было как у родителей. Семья, дети. Вот тебе семья. Ты об этом мечтал? Ань... Анечка. Аня. Привет. Привет. Можно войти? Ну, проходи. Ты одна? Да, одна. Ты долго не появлялась, я думал, может, зайду, проверю, все ли в порядке. Я на свадьбе была. У Нины твоей. За границей, в Австрии. Ну и как она? Муж у нее странный. Мне кажется, там нет никакой любви. Настя, ты пропала, и я вдруг понял, что скучаю. Ты обиделась, я знаю, но... Я, наверное, сейчас глупость скажу, но... Мне нужно было время. И если ты... Ну, если это вообще возможно, и... Мне кажется, что мы с тобой могли бы попробовать... Thank you.
вместе и... Прости, у меня все слова закончились. Это правда? Марк, что случилось? Спина. Сейчас обезболим еще. Больно. Давай. Все в наказание мне. Я не знаю, что на меня нашло. Прости меня. Тебе надо бросить пить. Тем более ты мне обещал. Если я не пью, я чувствую себя инвалидом. Ты не инвалид. Значит, неудачник. Ты очень счастливый человек. Ты можешь ходить. Да лучше бы я сдох в твоей аварии. Тихо. А зачем тебе такой муж, а? Из жалости вообразил, что мать Тереза. Деться больше некуда, вот и решил выскочить за урода. Ну, это все не так. А как? Давай поговорим. Нет, давай поговорим. Ты думаешь, я не слышу, как ты плачешь каждую ночь? Мне просто одиноко, я не могу сидеть без сил. А в чем проблема? Ходи на курсы языка. Потом найдешь работу. Какую работу? Нянькой. Сиделкой. Сюда приезжает много престарелых, богатых иностранцев. Постоянно требуются медсестры. Сиделка. Ну да, конечно, я об этом и мечтала. О чем ты мечтала? Наверное, просто исчезнуть. Конечно, ты странный. Знаешь, мне иногда кажется, что мы прибились друг к другу, чтобы согреться. А согреться не получается. Папа пришел. Засыпает она. Привет. Ну что? Даже во сне должна знать, что у нее есть папа. Должна узнавать мой голос. Ты можешь уже помолчать, а? Будешь ее сам укачивать, у меня же руки отваливаются. Анечка, я был у врача. Он сказал, что Катюша большой молодец. Что хорошо набирает фес после болезни. Вообще остался очень недоволен. А мне показалось, что этот врач хам. При всех меня отчитал. Видите ли, я не пытаюсь сохранить грудное вскармливание. Анют, но он же хочет как лучше для ребенка. А я хочу грудь сохранить. Я актриса, у меня еще вся жизнь впереди. Укачивай ее, у меня уже голова раскалывается. Твоя же дочь. Ну что, дочь? Давай с папой слонов считать. Да? Да?
Марк! Черт, я сказал же, не мешать мне, когда играю! Марк, ляг и проспись. Стой, где выпивка? Все прячешь. Украла, да? Ты все у меня украла! Где деньги? Воровка! Это я воровка? Прекрати нести этот бред! Ты думаешь, я тебя не узнал, да? А ну пошла отсюда! Мне все это надоело. Я от тебя ухожу. Куда? Стой! Ну, стой! Ну, я с тобой еще поговорю. Обними меня, обними. Ну все. Все, спасибо тебе большое. Пока. Привет. Ой, привет. А ты чего на улице? Да просто. Вышла воздухом подышать. Воздухом подышать? Ну да. А мне показалось, ты прощалась с кем-то, нет? Ой, какие цветы красивые. Это мне? Настя, чудесно. Переводи, пожалуйста, разговор. Кто это был? А, это? Да просто знакомый однокурсник. А что? А, ну, просто знакомый однокурсник. Ну да. Представь себе, просто знакомый однокурсник. А что, у меня не может быть знакомых? Да за книгу он заходил. А сразу ты не могла об этом сказать? Ну, я хотела, чтобы ты поревновал. Я не знаю, чего ты добиваешься, но мне это очень не нравится. Миш, подожди, да, ну, подожди, ну, ты что, поверил? Миш, ну ты все неправильно понял. Я... Это шутка. Да, это просто шутка. Я тебя еще из окна увидела, как ты подходишь. Я просто, ну... Да, я хотела, чтобы ты меня приревновал. Я хотела почувствовать, что я нужна тебе, что ты хочешь со мной быть. Настя, такие шутки не самый лучший для этого способ. А ты сам виноват. Да, мы с тобой столько уже встречаемся. Ты то постоянно на работе, ты занят. Ты даже ни разу не притронулся ко мне. Ты не говоришь, что любишь меня. Я просто с ума схожу. Настя. Я один раз тебе сказал, что я тебя люблю. И это не изменится. Один раз? Ты что, думаешь, этого достаточно? Это что, любовь? Ладно, Миш, я перегнула палку. Ну, я просто хотела, чтобы ты меня приревновал. Ну, прости, прости меня, пожалуйста. Я глупая, да? Да нет, ты не извиняйся, это... Это, наверное, моя ошибка. Нам просто не нужно было начинать встречаться. Прости. А, это... Я поняла, это ты меня теперь разыгрываешь, да? Да нет, не разыгрываю. Просто я уже слишком взрослый мальчик для таких шуток. И поверь мне, так будет лучше. Прости. Миш, подожди, ну подожди, ну ты что так уйдешь? Это что за любовь? Ну уходи. Я плакать не буду. Нина! 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 Куда это ты собралась? В аэропорт, я уезжаю. А я тебе разве позволял? Все, прекращай! Посмотри на себя, как ты опустился! Я не могу так! Я подам на развод, уеду в Россию, ты обо мне даже не вспомнишь! Как ты заговорила? Я тебе рот разрешала открывать, жена! Я тебе не жена больше. А ну стой! Я сказал, ты никуда не поедешь! Отпусти, не трогай! А ну стой! А ну стой! Стой, Нина! Я сказал, стой! Стой! Стой!
Нина! Гутен Морган. Мне нужно в Вену. Вы русская? Да. Не бойтесь. Я Кшиштоф, поляк с Гданьска. Что сейчас с того? Что с вами случилось? Напали? Нет. Вызвать полицию? Нет, мне очень нужно попасть в российское консульство в Вене. Я еду в Вену. Я вас подвезу. Спасибо большое. Андрюш, ну ты опять все перепутал. Ну оставь, слышишь? Давай я сама сложу свои вещи. Тихо-тихо-тихо, лежи. Тебе сказали лежать? Вот лежи. Так, слушай, плащ брать? Плащ, да, конечно, бери. Еще возьми, пожалуйста, резиновые сапоги, шапку и зонт обязательно. Смешно. Да. Но кофту я все-таки на всякий случай возьму. Ты Нине звонила? Сказала, что мы уезжаем? Звонила. Телефон недоступен. Я прям чувствую, что случилось что-то нехорошее. Она просто не хочет меня расстраивать. Ириш, ты просто сейчас все очень остро воспринимаешь. Это понятно. Это потому, что мы ждем маленького. Нет, ты не понимаешь. Я чувствую. Чувствую что-то плохое. Послушай,
Может, мы не поедем никуда? Ир, тебе прежде всего нужно отдохнуть. К тому же там мы сможем пройти обследование. Что такое? Ой. Что? Ой, мне нехорошо. Ой. Врачу, быстро звони врачу. Хорошо. Ой, господи, только не это. Только не это. Ой-ой-ой, только не это. Дыши, дыши. В каких городах вы уже побывали? Да во многих городах, но все безрезультатно. Угу. Так, в общем. Настя. Привет. Привет. А ты чего тут делаешь? В смысле, что я тут делаю? Вот я дур. Юль, простите, я сейчас... Да Настя! Ничего. Настя! Глупая, господи, ну какая же ты глупая! Пусти! Ну-ка, посмотри на меня. Ну? Ну, посмотри на меня. Ну, что ты себе такого понапридумывал? Я так ждала тебя. Я думала, что ты... Я так хотела, чтобы мы... Ты пришел с какой-то девкой. Ну, что я должна была подумать? Дурында! Ну, это журналистка. Она просто заинтересовалась моей историей. Захотела помочь разыскать сестру. И что, ее сразу домой, что ли, везти? Настя. Ну, вот такая умная была, рассудительная девушка, пока дружили. А стоило в любви тебе признаться. Слез с Азовской моря. Я просто испугалась, что ты от меня откажешься. Глупая. Ну, вот что мне с тобой с такой делать? Не знаю. Не бросай меня, пожалуйста. Не брошу. Ну, что вам сказать, мои дорогие будущие родители? Симптом тревожный. Госпитализация нужна. Скорую вызовите или сами поедете? Вера Александровна, ну, а это прям необходимо, да? Да, поймите, у вас возраст. Нужен полный покой. Мы вон как раз за границу собрались ехать отдохнуть. Не, ну какие поездки? И никаких поездок. Вы знаете, некоторые женщины лежат по 9 месяцев, не встают. Это называется вылежать ребенка. У нас уже достаточно большой срок. Ну, поэтому и нужно, чтобы Ирина лежала, не вставала оставшиеся 8 недель. Ну, хорошо, мы не поедем за границу. Можно хотя бы я дома полежу, а не в больнице, пожалуйста? Нет, ну вот если начнутся преждевременные роды. Не начнутся. Я очень послушный пациент, правда. Вы мне подпишите отказ от госпитализации? Подпишем. Ну, если почувствуете схватки или тонус, сразу звоните мне и немедленно в больницу. Слышите? Конечно. Спасибо вам большое. Пойдемте, я вас провожу. Да. Все. Ау, есть кто дома? Папа пришел. Ау. Ой, здрасте. Здрасте. А где Аня? Она сказала, что ей срочно надо уехать. Куда уехать? Она не сказала. Так, а ты кто? Я Вова, сосед ваш с третьего этажа. Аня попросила меня посидеть с вашим ребенком. Ага. Вов, беги на кухню, принеси там бутылочку со смесью. Ага. Алло, Аня, а ты где? Ты почему ребенка одного оставила? Почему меня не предупредила? Какой кастинг? Ты с ума сошла? У тебя дочь дома одна. Бегом! Вы главное не волнуйтесь. У меня 2 таких маленьких братика дома. Я уже почти все умею. Понятно. Держи. Я пока руки помою. Давай. Это она у вас еще спокойная. Она же знаете, как орут? Что папа сказал, что уже скоро с ума сойдет. Вот я маме и помогаю. Молодец. Молодец. Из какой ты квартиры, Вова? Из 37-й. Ага, да, точно, ты же говорил. Если что, я тебе еще позвоню, да? Угу, конечно. Сколько я тебе должен? Ну, 500 рублей хватит. Я в магазине нового трансформера видел. А мама говорит, что мне их уже ставить некуда. Держи. Спасибо, до свидания. Тебе спасибо. Ну все, ну все. Сейчас покушаем. Опа. Держи. И не надо терять надежды. Миш, как только выйдет статья, я обязательно вам позвоню и дам ваши координаты знакомым телевизионщикам. Спасибо большое. Рад была познакомиться. До свидания. Да, я тоже. До свидания. До свидания.
Аккуратнее, Юль, там ступенька. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Проводишь меня? Зачем? Домой пора, уже поздно. Может, ты останешься? Да, ну... Мама будет волноваться. Да и у меня завтра дела. Настя, останься со мной. Если ты согласна. Если ты мне веришь. Где была? Я уже все больницы обзвонил. Господи. Я же сказала, что у меня кастинг. И что потом я пойду на встречу с режиссером. Что я задержусь. Ну, на звонки-то отвечать можно. Я вообще-то волнуюсь. Можно, не можно. Какая разница? Влад не любит, когда его отвлекают. Кто такой Влад? Какой Влад? У тебя ребенок! Влад – это известный режиссер. Он утвердил меня на главную роль. Через 2 дня я уезжаю в экспедицию. Ну что, может, поздравишь меня? М? О, Господи, как я устала. Ань, какая экспедиция? Ты в своем уме? На 3 месяца. Девочку оставлю на бабушку. Какая бабушка при живых родителях? Ты чего? Годик подождать не могла? Нет, не могла, потому что кому я буду нужна через год? Никому. Ничего, советские артистки как-то справлялись. Родителям этих детей оставляли, с собой на съемки брали. Еще. Ты не знаешь, ну... Чего я еще не знаю? Короче, Влад настроен серьезно. Мы с ней встречались еще до нашего с тобой знакомства. Мы разводимся. Все. Да как тебе будет угодно! Но только знай, что девочку я не отдам ни тебе, ни Владу твоему, ни бабушке, ясно? Скатертью дорожка, катись. Спокойной ночи. Заходи, заходи. А мама дома? Ну да, мама... Мама дома. Но она спит. Я просто не хотел ее будить. С ней что-то случилось? Нет, нет, что ты. С мамой все в порядке. Просто она... Мама беременна. Мама беременна? Только не волнуйся. Все хорошо. Она не успела тебя об этом предупредить. Так бывает. Ты знаешь, ей сейчас предписан абсолютный покой. Ей ни в коем случае нельзя волноваться. Не будем ее волновать, хорошо? Хорошо. Проснулась? Угу. Ну, привет. Привет. А у меня для тебя сюрприз. Да? Да, только обещай, что не будешь волноваться. Что? Что? Заходи. О, Нина, господи, доченька! Нина! Дочка моя, дочка! Ну что ж ты плачешь? Перестань, перестань! Господи, Тоня,
Все, дай я посмотрю на тебя. Девочка моя, дай посмотрю. Мах, я так соскучилась по тебе. Я тоже, родная. Боже мой, что ж ты не сказала, что ты приезжаешь? Солнышко, Андрюша бы тебя встретил. Ой, изменилась, как похудела. А ты надолго? Я на совсем. Да? А как же Марк? Долгая история. Я расскажу тебе, ну, потом. Скажи мне, как ты себя чувствуешь? Ну, ничего. Все вроде нормально, только пока никак не могу привыкнуть к тому, что со мной произошло. Я очень рада, что вы с Андреем помирились. Мам, я могу у вас пожить? Ну ты что, ну конечно, ну какие могут быть вопросы? Что ты, родной мой? Боже мой, повзрослела как? Что одето на тебе? Ты что? Кофта. Кофта? Это кофта? Так, давай сделаем так. Ты сейчас завтракаешь, потом ты по магазинам, да? Про Марка потом. Родная моя. Родная моя. Привет! Какая ты красивая! Нравится? Да, очень! Да, я на тебя посмотрю, моя смотри, красотка. Смотри, смотри! Ну что, пойдем куда-нибудь? Пошли, здесь такое кафе хорошее. Так ты ничего мне не рассказала? Ты чего, с Марком поссорилась? Не переживай, возможно, все наладится. Да нечему там налаживаться, я его не любила. Так пыталась сбежать ото всех и от себя. А получилось, что получилось. Ты-то как? Ну, это что еще такое? По телефону мне пела, какое Михаил замечательное, сейчас плечиками пожимаешь. Ну... Получается, что я скучаю по нему больше, чем он по мне. У него работа, он занят, а я просто живу от встречи до встречи. Так может, тебе тоже работать пойти? Так я работаю. Я работаю в приюте, я работаю в зоомагазине. Я поступила в Академию Скрябина на биотехнологию. И все равно я думаю о нем каждую минуту. Мы только час назад вместе были, я уже скучаю. Я сумасшедшая. Да, ты влюблена, и ты сумасшедшая. А Ваня как, не знаешь? Ваня? Значит, ты ему не звонила? Нет. Ваня женился. У него дочка родилась. Быстро они. Да. И счастлив? Знаешь, позвони, сама узнай. Ну ладно, хорошо. Ты чего? Ай, да я вспомнила, как он меня катал по Москве на инвалидной коляске. Это было ужасно весело. Я тут посчитала, что у меня были считанные дни в Москве, когда я была счастливой, и... Они все связаны с Ваней. Здравствуйте, приехали. Ну и, конечно же, с тобой. Нин, позвони ему. Зачетная тащила. Пойдет.
Вань. Ванечка. Очень неожиданный привет, Ник. Привет. Я вернулась. Поздравляю. Какая хорошенькая. Я тебя тоже поздравляю. Ты прости, что так без предупреждения. Хотелось повидаться. Да ничего. А вы чего? С мужем в Москву приехали, решили здесь бизнес открывать. Нет, я одна. Мы расстались. Может быть, мы с тобой как-нибудь встретимся. Поболтаем. Тебе же, наверное, сейчас некогда. Да я боюсь, что мне некогда будет ближайшие 16 лет. И все же так печально. Должны же быть и выходные. Почему печально? У меня семья, жена, дочь. Я им готов отдавать все свое время. Потому что я их люблю. Сейчас. Да, конечно. Рада была повидать. Сергей Степанович. Ох, Нинка, как я рад. В гости приехал. Вот умница, красавица. Ну, как поживаешь? Соскучилась по горам, а? Как спина? А я вот не в гости, я насовсем. Есть у вас время? Да, конечно. Присаживайся. Ну, что случилось? Я хочу с вами поговорить. Понимаете, я не могу без тренировок. Мне каждую ночь снится, что я на скалах просыпаюсь, пальцы болят, как будто я всю ночь по маршруту шла. Возьмите меня, пожалуйста, в группу. Нин, с твоими травмами ни одна медкомиссия. Я сейчас полностью восстановилась. Я тренируюсь по 3 часа в день. Я выносливее, чем была раньше. Девочка, я не могу взять на себя такую ответственность. Я умоляю, пожалуйста. Это мечта, единственное, что у меня осталось. Ну-ка, потяни руку. Ух ты! Ну, у тебя и хватка. Значит так, подожди, давай без сантиментов. Дальнейший план действий такой. Сначала едем к моему врачу. Но у меня сейчас ничего не болит. Это сейчас не болит. А если пару раз ударишься о скалы? Если будет все нормально, начнем тренировки. Пока не... В составе, но через 2-3 месяцев посмотрим. Договорились? Договорились. Ну все, пойдем. Как ты? Здорово, отлично все. Ну куда ты теперь? В Индию полетишь? Ага, на Канары. А тебя с собой возьму в качестве девушки. Что думаешь, я сюда пришел баки травить? Или как по УДОСу бодился? Дело есть. Какое? Хочу тому уроду отомстить, из-за которого сел. Между прочим, один отсидел. Тебя за собой не потащил. Поэтому с тебя одолжу. Хочешь ему опять по голове настучать? Не все так просто. Пусть сначала все бабки отдаст. За каждый день отсидки по 5 штук. Нужно сказать, за моральный ущерб. Вот пусть и считает. Для тебя с твоей биографией 24 часа закрою. Слушай, заканчивай. С него реально можно круто слупить. А я, насколько слышал, у тебя большие проблемы с деньгами. Ириша, ну сколько ты будешь детские вещи прикладывать, а? Ты не голодная? Давай приготовлю что-нибудь. Не хочу.
Не хочу, не хочу, великий не хочуха. Слушай, ну неужели дети могут быть такими маленькими, а? У меня у Нинки кукла была больше, чем этот бодик. Господи, неужели они такие крохотульки? Так вот, чтобы они не были такими крохотулечками, мама должна хорошо питаться. Давай. Не хочется мне. Не хочется, не хочется. Ничего не хочется. Я уже лежать не могу, сидеть не могу, спина болит, живот болит, все болит. Ну, а что тогда мне для вас сделать? Слушай, ну я же не опытная мамашка. Mm. А вдруг у меня роды начнутся, а я подумаю, что просто у меня живот болит. Mm. Так, давай-ка я еще раз позвоню врачу. Да нет, 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 не волнуйся, все нормально. Ну, просто беременный организм капризничает, ему все неудобно. Чуть-чуть подтягивает, да, но совершенно не как в прошлый раз. Точно? Точно. Ой. Ой. Ты чего? Ой. Ты чего, Ир? Слышь, мне кажется, началось. Ой. Так, 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 так. Ой. Звони скорей. Ой, мне так больно. Хорошо, Ира. Ой. Андрей, звони, звони, да, звони скорей. Алло, скорая? Да, роды. Ой, Боже. Жена рожает, не я рожаю. Так, еще разок. Еще. Еще. Все. Молодец. А я смотрю, вы у нас новенькая. Меня Коль зовут. Нина. Очень приятно, Нина. Нина, а как насчет выпить чашечку кофе? У вас разве можно пить кофе с клиентами? Но мы же никому не скажем. Ладно. Почему бы не выпить кофе? Окей. Тогда через полчасика жду вас у выхода. Окей? Окей. Господи, когда же они приедут? Ну, они скоро приедут. О, Господи, когда же они приедут? Они скоро приедут. Дыши, 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 все будет хорошо. Давай. Андрей, ты только не волнуйся. Да нет, ну что ты, я... Неси ножницы, чистые полотенца. У ребеночка в шкафу я все приготовила. Да ты что? Давай, не бойся, Андрей. Нет, нет, Ир. Да у меня схватки. Каждую минуту мы в больницу не успеем. Ир, смогу. Таз с водой быстрее, Андрюша. Хорошо, 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 хорошо. Ой, Господи. Быстрее. Алло. Куда везут? Да, я бегу. Извините, пожалуйста. Извините, проезжайте, проезжайте. А вы не подскажете, здесь роддом где? Вот он. Спасибо. Дышит, кричит, смотрит. По 5 пальчиков на ручках, по 5 пальчиков на ножках, все ну хорошо. Ну что, мои дорогие, говорила я вам, что вот это ваше дома и закончится домашними родами. Кто принимал роды? Бригада неотложки? Нет, они застряли в пробке, я. Ну, я вас поздравляю. Но самое главное, с ребенком все хорошо, пусть он немного полежит в кювезе, все-таки рановато он у вас родился. Вера Александровна, а можно я сама буду кормить? Конечно. Ладно, вы скажите сестрам, сама, что я буду приносить молоко. Сама, хорошо? Сама, сама, так, вас на осмотр. Мужу звонить, друзьям, коллегам, молодому отцу отдыхать.